Я доєдную до нашої розмови Михайла Шейтельмана. Він політтехнолог. Пане Михайле, добрий вечір. Дякую, що доєднуєтесь. Добрий вечір. Я би хотіла поговорити і почути вашу оцінку з приводу нового генерала Суровікіна. Що ви можете про нього сказати? Я так розумію, що це невидимої жорстокості людина. І як його характеризують військові, зокрема РФ? Враховуючи те, що дуже схвально про нього відгукуються Кадиров і Пригожин, очевидно, це людина не з найкращих. Ну, на мой вкус, все преувеличение. Все преувеличение в каком смысле? Преувеличивается роль этого генерала. Какой генерал? Такой-сякой. Вспомните, сколько раз за время войны нам уже сообщали, что теперь войсками командует какой-то другой. Кстати, Суровикин тоже уже в этом списке однажды фигурировал. Просто, что теперь Шойгу это назначил официально, а до этого неофициально. Но мы эти слова слушали за время войны. Я помню сам трех сменившихся генералов, причем... Если Суровикина еще мы как-то помнили, то потом был какой-то Помойкин, Мусорский, там еще кто-то, не помню. Вот, их нереально уже было запомнить. Давайте честно скажем, все, например, вчерашние решения принимал Путин. И, что самое удивительное, Путин даже этого не скрывает. Он вчера сказал, что я, посоветовавшись с Министерством обороны, по рекомендации Министерства обороны, принял решение нанести эти удары. Поэтому какой там Суровикин, кто он такой вообще? Генералу Суровикину поручено командовать фронтом, а не принимать решение, как бомбить Киев. Эти решения принимает Путин. Суровикин не принимает решение наносить удары по энергетической инфраструктуре. Их тоже принимает Путин, потому что это решения политические, и они влекут за собой политические последствия. А какой-то там генерал, который там в России, вот мы говорим, он какой-то там злой, плохой человек. Слушайте, в Буче были хорошие русские люди, что ли? Да, мы видели там, что все российские военные абсолютно одинаковые. Это все извращенцы, воры, насильники. Там нет других военных. Не надо думать, что вот есть хорошие, есть какие-то плохие. Но важно при этом одновременно понимать, он будет командовать фронтом, только фронтом. А там лучше он будет принимать решения, или чуть лучше, или чуть хуже. Ну, возможно, чуть лучше, возможно, чуть хуже. Честно, я даже не разбираюсь. Вот. Но он не будет принимать ни одного политически важного решения. Последствия тоже. Вот есть ты на фронте, ты принимаешь решение этот батальон туда отправить или сюда, ты несешь военную ответственность, ты проиграл или выиграл битву. А Путин принимает политические решения. Разбомбить Киев – это политика, и за нее Путину потом отвечать. Путину потом и сидеть на скамье подсудимых, а даже если отвлечься пока от будущего далекого, то, например, приобрести статус страны-террориста. Это же не Суровикин принимает решение, да, такого рода, только Путин. А скажіть, а от це не занадто перебільшено? От ми так багато говоримо про те, що Росію треба визнати країною-терористкою, Путіна тероризмом. Що це змінить для Росії? Є кілька змінень. Почнемо з самого того, який не хоче Путін. Чому він намагається всячески збігати? Чому останні кілька місяців не було ударів по городам в тилу? Були удари по прифронтовим нашим городам, по Запорожжю, по Харкову. Я маю в виду зараз по мирним жителям. Но не было ударов по Львову, например, уже несколько месяцев до этого не было ударов по Львову. По Киеву не били, по-моему, месяца два до вчерашней атаки. Почему? Потому что Путин боится этого признания страной-террористом, потому что он потеряет дипломатический статус. Лично он теряет дипломатический статус в момент признания России страной-спонсором терроризма по американскому законодательству. Это означает, что из человека, который может приехать на G20 и вести там разговоры, он по американскому законодательству становится разыскиваемым преступником, и какие-нибудь ЦРУ может его арестовать, когда он приедет на саммит G20. Они имеют право по американскому закону его похитить, выкрасть, потому что он террорист, как Усама бен Ладен. Он этого очень боится. И это, естественно, будет распространяться на все российское руководство. Это такое первое практическое последствие. Второе, которое кажется не сильно важным, но оно на самом деле важное. Любые украинские граждане получают возможность подавать в американские суды имущественные требования. То есть... Причем это же, у этого же нет срока давности. Ну, да. Вот там, например, дети, похищенные сегодня, увезенные в Россию, мы говорим про сотни тысяч уже, да, в сумме, вот эти дети могут потом всю жизнь подавать в Америке требования в американский суд о компенсации пожизненной, естественно, выплачиваемой от России. Понятно, что сегодня Путин о таких последствиях не думает, но Германия за это расплачивалась, как мы знаем, до сих пор расплачивается с теми детьми, которых она похищала в славянских странах, там еще... 80 лет назад, и вот сегодня платят им пенсии. И Россия будет 80 лет, то есть внуки, правнуки сегодняшних россиян будут выплачивать компенсацию украинцам в этом случае, когда можно будет решить это в американском суде. И третье последствие – это вторичные санкции. То есть сегодня, когда накладывает США санкции,
Это касается транзакций, там, платежей и бизнеса с американскими компаниями или гражданами. Когда эта страна террорист, то когда США накладывает на нее санкции, США требует по американскому закону от третьих стран это выполнять. То есть США говорит, мы накладываем эмбарго на торговлю нефтью. И дальше требует от Индии, чтобы Индия тоже прекратила торговать нефтью. Не обязательно добивается, но как минимум пытается этого добиться, пытается требовать. Это тоже важное последствие. Ну, будемо бачити. Ви знаєте, зараз мала розмову з представником однієї з партій безпосередньо в Америці. Він каже, що, в принципі, обидві партії, консервативна і республіканці, вони підтримують ідею того, щоб Росію визнати країною-терористкою, да, Путіна тероризмом, терористом, але, ну, так чи інакше, справа до діла не доходить. Поки все закінчується тільки розмовами. Будемо, безумовно, стежити. Лавров розродився новою заявою про те, що якщо Штати запропонують на зустрічі G20 на Балі зустріч двох президентів Байдена і Путіна, то Путін, очевидно, може погодитися. Ну, приблизно такою була ця заява. Ви, в принципі, вірите в ці перспективи? Про щось ще можна говорити з Путіним і, в принципі, на такому рівні організовувати зустріч двох очільників країн? Ну, я би не став її відмітати от так на корню. Встречі ж бувають різного формату, різної продовжительності. Я не вірю в якісь многочасові переговори, як бувають між Путіним і Байденом, як були, пам'ятаєте, там, год назад. Да. Но верю ли я в пятиминутный разговор между ними, назначенный Байденом? Верю. Потому что я думаю, что у Байдена есть одна сейчас забота, ради которой он готов говорить с Путиным. Только ради одной вещи. Он понимает, что бесполезно говорить его об окончании войны, о каком-то переговорах, о территориях. Это все не имеющие смысла разговоры. Но ядерное оружие – это то единственное, ради чего Байден готов, я думаю, говорить. Вы знаете, как Зеленский, когда он еще только шел на выборы, в интервью Гордону, на вопрос, готов ли он разговаривать с Путиным, он сказал, я готов с чертом лысым разговаривать, если это принесет мир в Украину. Вот также Байден готов с чертом лысым разговаривать, если вопрос идет о ядерной бомбардировке, о применении ядерного оружия. Это единственное, ради чего он будет готов с ним встретиться. Но, опять-таки, не вести переговоры, а продиктовать условия. То есть он должен продиктовать, может быть, это я верю, что такая встреча... С позиции сильного. Да, в теории такая встреча возможна, что он, нет, он просто разъяснит последствия. Все, но лично. Понимаете, ведь до сих пор, если бы он звонил по телефону и говорил об этом с Путиным, мы бы об этом знали. У Байдена нет секретных разговоров с другими президентами. Это не в традиции американской. Mm-hmm. Безусловно, по линии МИДа, по линии Госдепа, там, какой-нибудь Блинкен мог звонить Лаврову и все это говорить. Да, но разговора двух президентов такого не было. И Байден может воспользоваться этим случаем, чтобы за 5 минут объяснить все военные последствия такого шага, как применение ядерного оружия. Иначе его не поймет американский народ. Потому что это как бы, знаете, ну как, есть, у меня есть последний шанс. Знаете, как Макрон говорил, да, у меня есть шанс, поэтому я им пользуюсь, чтобы остановить войну. Поэтому я разговариваю с Путиным, чтобы вы про меня не думали. Вот Байден может так поступить. Я не уверен, что это будет, потому что не факт, что Путин согласится на 5-минутный разговор. Но то, что такая попытка может быть, я верю. А те, що теоретично в кулуарах можуть пересіктися український президент, в разі якщо він ухвалить рішення теж їхати на Балі, і російський, при умові того, що рішенням РНБО підписаний указ про недопустимість перемовного процесу з цим керівником Російської Федерації. Які можуть бути сценарії? Просто цікава ваша думка. К сожалению, тут я не могу вас порадовать ничем любопытным, потому что я верю, что обе стороны, если даже Зеленский туда поедет, в чем я тоже очень сильно сомневаюсь, то слишком далеко. То, даже, знаете, вот русские точно этим воспользуются, если Зеленского здесь не будет. Вот, понимаете, да, почему я говорю, что Зеленский не поедет? Я наблюдал, как Россия совершила переворот в одной стране, я просто лично наблюдал, совершила переворот в одной стране небольшой, благодаря тому, что в этот момент ее лидер летел в самолете через океан. Они вот это рассчитали и в этот момент начали атаку, понимаете, ну, своими агентами. Поэтому Зеленский, я думаю, не решится на такой шаг, ну и правильно, не решится. Но если вдруг он туда поедет, то просто дипломатические службы обоих стран предпримут все и договорятся с организаторами, что никогда они не будут пересекаться. Как, вы помните, Кулеба не пересекался с Лавровым, да? Помните, да, в Стамбуле. Поэтому я не верю, что они возле туалетов встретятся. Я думаю, туалетов, чего-чего, а туалетов, это в России нет. На Бали будет достаточно. В Индонезии они есть, да.
Ну, Росія у нас вже накрала, в них вже є. Тепер вже, знаєте, в кожного бурятського нормального господаря є тепер класний унітаз. Але Вони продали в Індонезію. Ну, але заробили, да? Можливо, теж хазяйство привели в порядок, десь облагородили будівлю. З приводу сьогоднішніх заяв Єнса Столтенберга, та, і з приводу того, що перемога Росії в українському конфлікті стане поразкою НАТО. Що можете сказати? Наскільки радикальнішими стають заяви Столтенберга і Альянсу, в принципі, як такої системи колективної безпеки? Столтенберг лично поразил меня сегодня этим заявлением. Вот это самая главная сенсация, наверное, которая произошла за последние дни, которая произошла после вот этих бомбардировок вчерашних варварских. Потому что его слова означают одну вещь. Раз что-то станет поражением НАТО, это означает, что НАТО участвует в этой войне. Если бы она не участвовала, как она могла бы проиграть? То есть Столтенберг сказал, НАТО участник войны. НАТО сторона в конфликте. Сторона в конфликте. Это сенсация. Это, так как Столтенберг ни разу не делал ни одного легкомысленного заявления, мы помним, насколько он консервативен, насколько он сдержан в своих словах, то, безусловно, он над этим думал всю ночь, чтобы это сказать. И не один, а в смысле еще десятки советников, а еще он мог обзвонить всех 30 министров обороны и еще кого-нибудь. Поэтому это абсолютно программное заявление. Программное заявление. НАТО воюет с Россией. Все, что говорила российская пропаганда последние несколько месяцев, что они воюют с НАТО, Стало правдой. Ну, правда, российская пропаганда же последний месяц говорит, что они воюют с сатанистами, там у них политика поменялась, но до этого они говорили, что они воюют с НАТО. И вот теперь это правда. И для нас, ну, со стороны НАТО, ни одного более серьезного шага еще не было. Потому что нам же оружие поставляет не НАТО, нам поставляют там 20 с лишним стран оружие, но не само НАТО. НАТО поставляет какие-то там деньги, может, что-то дало, я не помню. Вот именно НАТО как организация, она, у нее нет своего имущества. Країни-членкині Альянсу нам допомагають активно, а НАТО как структура – ні. Она и не имеет каких-то больших возможностей, но дипломатическая, она дипломатическая структура, политическая. НАТО – это структура политическая в этом смысле. И Столтенберг – политический лидер. И вот это заявление самое невероятное совершенно за 8 месяцев войны, просто невозможно переоценить. Ну, по суті, це вже максимальний програш Путіна, тому що його умовне СВО розпочинало для того, аби НАТО не стало ближчими до його кордонів. Якщо розцінювати заяву Столтенберга так, як кажете ви, то це дуже серйозний програш вже для Путіна. Абсолютно. Він вчора в очередной раз, да, очень жаль, що путем таких наших жертв. Но Путин совершил страшную ошибку, просто огромную. И вы знаете, я всю войну, так как... Вот я всю войну нахожусь в Киеве, и мне периодически бывает не по себе от того, что происходит, когда какие-то неудачи у нас, или когда там сильно бомбят, или какие-то неудачи... Ну, скорее, фронтовые неудачи меня больше смущают. И я думаю, как же мы будем из этого выкручиваться. Я вспоминаю. Ха, мы же воюем-то с Россией. Они же сделают глупость прямо завтра обязательно, любую. Вот как только у них есть хоть какое-то продвижение, там, не помню, там они взяли Мариуполь, смогли взять, или там взяли Лисичанск, да, но это большие какие-то для них там были победы. И каждый раз они обязательно на следующий день буквально что-нибудь делают такое, что сводит на нет любые, абсолютно любые их усилия. И вот вчерашний удар по мирному населению, по центрам городов, ну, это страшный удар по России, я надеюсь, и что то, что сделал Путин, он, никто не сделал так плохо и больно России во время этой войны, как Путин своими решениями, ну и высшее в целом политическое руководство Российской Федерации. Иногда заявлениями, иногда военными действиями. Они стреляют сами в себя, себе в ноги стреляют. Тобто це стане такою відправною точкою, якимось черговим переломним моментом, я маю на увазі оця ракетна масована атака на країну. Да, нельзя назвать, я бы не сказал, что это переломная точка, давайте так, спокойнее немножко к этому отнесемся. Таких точек было уже за войну, ну, штук 7-8, в среднем раз в месяц они такое делают, давайте. Потому что, когда они разбомбили торговый центр в разгар рабочего дня, это было такого же уровня события, потому что вспомните эту картину, это увидел весь мир. Да, потом была Винница, а потом было много других мест. Да. А еще кроме этого, то есть это и события вот такого рода, когда картина предстает перед миром, Буча, там, Винница. И иногда это политические заявления. Когда глава, там, или как там, замглавы, по-моему, Государственной Думы говорит, что нашей первой целью нашего ядерного удара будет Лондон, вот эти слова, простые слова, да, но это же не клоун говорит, это же политик. Они по силе равны вчерашней бомбардировке. Вот они эти слова простые повернули тоже историю этой войны. Потому что когда говорится вот такое
политическим руководителем Российской Федерации. Это всерьез воспринимается на Западе. Ни один человек не улыбнется от этого. И говорит, а, да, Лондон, все ж, ну что ж, у нас есть план действий. Так как вы сказали, что первый удар по Лондону, то вот он, мы его будем запускать. Ну, ви бачите, але чи перейде від слів до діла? Да? За словами Столтенберга, що далі може понестися? Яка підтримка активніша? Тут ще й Рамштайн черговий на носі днями має відбутися. Які сюрпризи нам можуть підготувати там? Ну і от що НАТО, як зарухається зараз в контексті заяв Столтенберга? Может, НАТО не должно ничего предпринимать. НАТО, оно дает благословение, но как Папа Римский. Имеется в виду Столтенберг для стран НАТО, как Папа Римский для католиков. Он сказал это свое божественное слово, и теперь 30 стран будут оказывать нам, увеличить свою поддержку. Вот, потому что они понимают, что это война НАТО. У самого НАТО нет отдельной армии. Есть у каждого своя армия, свой военный бюджет. Бюджет НАТО, он бюрократический, он там на бумагу, скрепки. Нам это все не сильно надо. Вот, он благословил все страны НАТО на любую помощь нам, раз это вопрос поражения или победы. Это первое. Теперь, как мы это увидим на Рамштайне, я вам скажу. Есть идеальный вариант. То есть, есть программа «Минимум». По сути, ее сегодня огласил президент Зеленский. Вот в том, что вы до этого провозглашали, его обращение к G7. И я думаю, что вот эти предложения Зеленского о таких видах помощи, кроме, возможно, мониторинговой миссии на границе с Белоруссией, которая не входит... полномочия Рамштайна, скажем так. Рамштайн все-таки это вопрос поставки вооружений, логистики этих вооружений, обучения военных. Вот все, что президент попросил в этом отношении, я думаю, все просьбы будут удовлетворены. Просто все. Но я думаю, что не все он произнес вслух, и я очень надеюсь на еще один шаг. А именно, вчера из-за того, что ракеты долетели, как мы знаем, в большом количестве, 45% не было сбито, потому что массированный одновременный одномоментный удар был нанесен. Уже сегодня, когда у России кончились боеприпасы в таком количестве, мы видим, что, например, до Киева не долетело ничего. Просто все, что летело в Киев, все было сбито. У нас пока нет официальной статистики, сколько летело, сколько сбили. Но мы понимаем, что летело меньше и процент сбития выше. Это означает, что можно нам помочь. Помочь можно одним простым оружием, которое называется самолеты F-15, истребители-перехватчики, которые умеют перехватывать ракеты. Наши летчики, насколько это известно из открытых источников, то ли уже проходят обучение, то ли прошли обучение на этих самолетах. Нам нужны эти самолеты. У Соединенных Штатов они есть, просто в ангарах стоят готовые. В смысле, это не ослабит армию США, потому что это списанные ими уже самолеты, они на долгосрочном хранении. Вот это, я думаю, то, о чем будет завтра как минимум разговор. Нам точно не сообщат, естественно, о его результатах завтра. Но мы можем увидеть эти результаты, потому что у нас появился вчера, благодаря Путину, извините за цинизм, новый аргумент. Вот эти самолеты спасли бы жизни вчера погибших людей. И спасли бы, кстати, нашу энергоструктуру тоже. Прямо вот эти F-15. А що ви думаєте з приводу атак на енергоструктуру українську? Ми ж розуміємо, що вони досить прицільно взяли фокус і на наші ТЕЦ, зокрема. Чи будуть вони тепер використовувати ці ракети не на мілітарні цілі, да? Не на війну, щоб якось змінити ситуацію на фронті, а зокрема для того, щоб от таким способом сьогодні залякати українське населення і залишити нас в холоді і без світла на зиму? А у них нет такой возможности. Давайте вспомним, что происходит. Есть такая возможность у них в отношении прифронтовых городов, в отношении Харькова, Запорожья, это есть. Потому что там они стреляют ракетами С-300, а ракеты С-300, они небольшого радиуса действия, но какие-то там десятки километров. То есть там где-то вопрос десятки километров, там они могут, С-300, они имеют большую точность, угу, и при этом небольшой радиус действия. А вот дальше, все, что происходило вчера вот в Виннице, во Львове, в Киеве, в Житомире, для того, чтобы попасть, они использовали два вида ракет вчера. Они использовали калибры высокоточные, ими они были по ТЭЦ, и они использовали ракеты класса X, которые не высокоточные, которыми они стреляли с Каспийского моря, вот которыми они по центру Киева, например, били. Этими ракетами класса X невозможно разрушить никакую ТЭЦ, потому что в нее невозможно попасть. Попасть нужен калибр. Калибров мало. Калибры они должны успевать производить, строить, завозить, загружать в свои корабли. У них не так много. Кроме того, мы еще и потопили крейсер «Москва», который мог нести одновременно много калибров. Там же кинжалы есть. Да, но у них... А кинжал — это там тоже какая-то модификация, по-моему, калибра, что-то такое. Но я там сильно не разбираюсь. Но важно другое. Важно, что у них нет такого количества. Просто нет. Это же они вчера... То, что они вчера в нас выстрелили, они месяц копили. Они же вот каждый день такое делать не могут, как в начале войны. Они такое могли делать каждый день.
Но они потратили эти высокоточные ракеты. Да, у них очень много иксов вот этих ракет. То есть терроризм они могут каждый день. Теракты они могут совершать каждый день. Но высокоточным оружием бить в тылу, именно в глубоком тылу, они каждый день не способны. Це тішить. Ще одну заяву варто не пропустити сьогодні в інформаційному просторі надвечір. Вона з'явилася. Президент Зеленський сьогодні звертався до лідерів Великої Сімки. І, зокрема, серед усього іншого, запропонував наступну схему. Він запропонував направити міжнародну місію на кордон України і Білорусі. Що ви про це думаєте? Наскільки цей ймовірний сценарій може бути, правда, використаний, допрацьований? І наскільки це панацея і рецепт вирішення ситуації на кордоні? Я пока не знаю. Вот прям не знаю, в каком смысле. Я не знаю одну вещь. Да, это же на нашей территории. То есть понятно, что эта миссия может работать только на нашей территории, на границе, внутри. Какие могут быть ее функции? Это как миссия ОБСЕ, которая скажет, да, из Беларуси прилетел снаряд, прилетела ракета. Какую нам это пользу принесет? Вот пока, к сожалению, вот здесь разъяснений не поступало еще от администрации президента.